Всем привет, друзья! Вот я у себя на страничке. Группа есть такая вот ВКонтакте. Я вам сейчас покажу. Называется «Работа в Испании». И вторая группа «Работа тоже в Испании». Это просто пиздец. Я вам сейчас покажу крупным планом. Смотрите. Механик. Требуется механик. Требуется автомеханик, крупный автосервис. Электрик. С большим количеством желающих выберем одного. Какой, блядь, какая Барселона? Какой механик? Ни документов. На работу в крупный автосервис нужны документы. Нужна справка, что вы прошли курсы. Что вы что-то есть у вас какое-то образование. Корочка. И испанская корочка, это не просто так, что, блядь, что я хочу и что я могу. Это не наша Украина, это в Украине можно, блядь, работать, не работать, пошел и все. И работаешь в этом автосервисе. Тут такое не пройдет, знание языка. Это просто пиздец. Какая-то Янина, блядь, открываем, Янина с Полтавы, блядь. Ну это просто пиздец, блядь, что она знает про Испанию, блядь. Что это Янина знает про Испанию? Скажи, как она может устроить, блядь, человека, если она вообще с Полтавы? Она не имеет понятия, что такое Испания. И Барселона. Барселона это коммунидад каталан. То есть это Каталуния. Там с иностранцами очень строго, очень жестко. Это даже не та Испания, в которой я живу, потому что Испания делится на разные Испании. В каждой Испании свои законы, бля. Это просто пиздец. Люди, будьте бдительны. Будьте осторожны. То, что такие работы, это просто шок, бля. Вторая, вот я вам сейчас тоже покажу. Это тоже вторая группа. Тоже непонятная группа какая-то, бля. Меня аж берет злость. Меня берет злость, то что зачем дурить? Зачем, если ну, что это такое? Вот у меня тут есть репост на вторую. Какая-то работа тоже открываем. Тоже какие-то непонятные, что тут было? Подождите, сейчас посмотрим. Что там? А, финка. Работу на финку. Финка это ферма, блядь. Какая финка, какая ферма, кто вас возьмет, что это, блядь, за разводы, блядь, схемы, блядь, что вышли 200, блядь, евро, потом еще 200, потом еще, блядь, и потом идите нахуй. Не ведитесь, есть официальные сайты, вот один из сайтов это Миллионунция. Я вам сейчас увеличу, чтобы вы просто знали, что вот Миллионунция, это официальный сайт, смотрите, по-испански все написано, все рассета, все официально. Регистрация должна быть. Вот где-то, даже моя анкета где-то висит. Вот. Где она моя анкета? А, вот. Вот моя анкета. Тут все официально, все имя, фамилия, отчество, возраст. Все рассказано, все написано, блядь. Что это такое? Что это, блядь, за группы, блядь? И вообще, будьте, блядь, осторожны с этим, блядь. Это ж просто цирк. Вот вторая тоже, инфохоп, тоже хорошая, официальная. То есть это официальные, я вам показал наглядно два официальных сайта, где можно поискать что-то, какую-то работу. На Миллионунции. Вот она, это Миллионунция. Вот это и инфохоп, это два, я так вам, наглядные примеры. Никакие контакты, хуинтакты, это все хуйня, бля. Все, всем спасибо, пока, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.